Добрый день, меня зовут Лариса, мне 32 года, я проживаю в городе Киеве. У меня есть дочь Юлия, ей 4 года, я еще работаю няней или гувернанткой. Какое у вас образование? У меня высшее КИСИ, инженер-строитель, топографический техникум землеустроитель, художественное училище художник-оформитель. Расскажите о вашем опыте работы. Опыт работы в одной семье, присмотр за тремя детьми. Возраст был разный, от год 4 и 9. Что входило в ваши обязанности? В мои обязанности входило приготовление пищи, присмотр за одеждой, досуг детей, быть другом. Детей, чтобы я была незаменимой для них человек. Какую работу вы сейчас ищете? Ищу няня и гувернантка. Какая занятость вам нужна? Можно полную, частичную. Какие ваши личные качества? Активная, жизнерадостная, всесторонняя, развитая. Люблю детей. И спасибо за внимание.